Я у нас снег выпал, сегодня 27 апреля, снег по колено выпал, но уже тает, уже снег стал как каша. Я утром снимал на iPhone, получается, что-то там звук не смонтировался, не знаю, до пример глючит иногда бывает. Так что сейчас вам покажу, здесь снега по колено. Смотрите, сколько у нас снега выпало, но он уже, смотрите, как снеговики, конечно, лепить хорошо таким снегом. Он липкий снег, можно снеговика слепить. И снег как бы не холодный, сейчас на улице не холодно. Температура нормальная. Ну его завтра уже, может быть, снега не будет. Завтра тепло будет, снег растает, наверное, уже завтра не будет. Но вот сегодня 27 апреля и снег выпал. Конечно, я смотрел на YouTube видео, там тоже в том году в Москве даже снег выпадал. Короче, зима не хочет уходить. Уже скоро 1 мая. Вот столько снега. Блин, скользко, аж чуть не упал. Вот столько снега. Всю ночь снег шел. Под утро только закончился. Вот сейчас недавно. Сейчас плюс один градус. Снег уже начинает потихоньку таять.